Разрешите? Чего нужно? Мне было назначено на 7, сейчас 7. Я сам знаю, сколько сейчас времени. Назначено, сиди, жди. Чего пришел? Станислав Надеждович, мне нужно просто снять дипломную работу, что называется. Я написал сценарий, вот. Сценарий написал? Молодец. На досуге почитаю. Зайдешь? Через месяц. Лучше через два. Это невозможно. Мне просто через два дня ровно нужно фильм уже сдать, что называется. У нас принцип простой. Ты знаешь, где работаешь? У нас так. Деньги в кассу, культуру, соответственно, в массу. Вот. Деньги, что называется. Я их в русскую рулетку выиграл у самого Пельса. Молодец. Молодец. Ну-ка. Молодец, что, с Пельшем играл? Угу. Играл бы со мной, я бы тебе, ух, голыми руками просто застрелил. Молодец. Что будем снимать? Так вот же, сценарий, Витя, там все написано. Знаешь что, мне эту мутату читать некогда, пускай режиссер сценарий читает. Пойдешь к режиссеру, скажешь, я велел снимать. На-на-на-на. На-на-на.